Вообще говоря, глаза позволяют человеку видеть на очень большие расстояния. Иначе мы много не увидели бы. Например, звезд. Но, как вы понимаете, одно дело увидеть и совсем другое различить. Например, человека можно увидеть с расстояния 11-13 километров. Но мы сможем просто сказать, что видим человека. Мы не сможем сказать, женщина это или мужчина, определить его возраст и так далее. Различить детали мы сможем лишь тогда, когда он приблизится к нам на расстояние около 2 километров. Такова особенность зрения человека, называемая остротой зрения. Таким образом, человеческий глаз не может справиться со всеми задачами, которые могут перед ним стать. И тут на помощь приходят оптические приборы. Одним из самых совершенных является стереотруба. Фактически, стереотруба представляет собой комбинацию перископа и бинокля. Причем она лишена присущих им недостатков, но переняла их достоинства. Основной отличительной особенностью стереотрубы является ее стереоскопичность. Это значит, что при наблюдении через стереотрубы мы можем определять, какие из предметов находятся к нам ближе, а какие дальше. Глаза человека устроены таким образом, что на расстоянии более 2 километров он перестает ощущать рельеф пространства, и все окружающие его предстают в виде плоской картины. В разведенном положении расстояние между окулярами превосходит расстояние между глазами человека в 11 раз. Примерно во столько же раз возрастает и глубина зрения.